почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. Наше государство защищает свою землю мощными вооруженными силами. У нас работают программы здравоохранения, поощрения рождаемости, повышения безопасности дорожного движения, охраны труда, защиты экономики и многое другое. Но, к огромному сожалению, наше государство не защищает русский язык от нашествия бессмысленных, в основном англоязычных слов. Кстати, мы занимаем первое место в мире по англизированности. Коверканье правил языка. То, что происходит с русским языком сегодня, не может оставлять равнодушным не только филологов, но и всех граждан России, которым не безразлично наше будущее. Русский язык – такая же жизненно важная часть России, как и ее население, как и русская земля. Не станет русского языка, не станет и России. Проблемы статуса и корпуса русского языка тесно связаны с проблемой формирования общегражданской российской нации, без которой невозможно существование России как национальной. Государства. Вадим Рыбин в книге «Государственный язык как орудие власти» затрагивает важные вопросы, связанные с сохранением и защитой русского языка как величайшего сокровища. Он убеждает, что мы сдаем язык наших предков без боя. Вадим Рыбин подробно рассказывает о значении русского языка для России, государства, общества, экономики и для каждого человека, считающего себя русским. Об угрозах для русского языка и о том, что будет с нашей страной, если для защиты русского языка ничего не делать. Рыбин рассматривает современную языковую ситуацию в России, языковое мышление многих российских граждан как результат подражания цивилизованным европейцам, как результат колониального воздействия. Определяет и главные скрепы народов русского мира – русский язык, культурное и духовное наследие России и СССР и общая история. Основную опасность он видит в языковой политике англоговорящих стран. Так, американская газета утверждает, использование английского языка усиливает политическое влияние англоязычных стран намного более эффективно, чем сильная экономика или большая огневая мощь. Выступление президента Путина и патриарха Кирилла в обществе русской словесности 26 мая 2016 года знаменует открытие нового фронта борьбы за Россию, языкового фронта. Однако, по мнению автора, языковая политика России сегодня очень далека от совершенства. Трудно не согласиться с одним из выдающихся русских словоборцев адмиралом Шишковым. Хочешь уничтожить народ? Истреби его язык. Книга Вадима Рыбина неоднозначна, спорна, но заражает своей страстностью, неравнодушием и огромной любовью к русскому языку. 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».